Сегодня знаменательное событие. Слава Богу и слава нашим защитникам. Территория мира постепенно расширяется. Мы надеемся, что она будет расширяться больше. Там, где она расширяется, там всегда нужен праздник, нужен отдых, нужна в том числе и реабилитация, нужна поддержка. Людям во все времена нужна красота, нужна забота и нужна доброта. Вот сегодня наши вот такие вот реабилитологи, вот может быть он скажет пару слов. Они сегодня приехали из Харькова, приехали к своим друзьям. Сегодня как никогда важно сделать так, чтобы ужас этого конфликта ушел на второй план, в далекое прошлое. Чтобы наши малыши снова вернулись в радужное, беззаботное детство. Чтобы на их лицах сияли улыбки, а память была наполнена только положительными воспоминаниями. Поэтому сегодня мы привезли такой оригинальный подарок. Выступление детских коллективов «Старый цирк. Дети будущего». Также будет выступать наш зоотеатр, конный комплекс и огромное количество животных, с которыми детки могут сфотографироваться, пообщаться и поиграться. Дорогие друзья, от всей души желаю вам и вашим близким счастья, здоровья, мирного неба над головой. И пусть на улицах вашего прекрасного города звучит только звонкий детский смех. С праздником!